Курильщики, с удовольствием выпускающие дым изо рта, даже не догадываются, какой сюрприз приготовил им академик Петрик. Самое опасное в курении не никотин, самое опасное – это как раз вот этот углерод, который садится на наши легкие, смолы углерод. Здесь находится особо модифицированный ВСВР. То есть в процентном отношении здесь намного большее количество наноуглеродных структур. И мы закуриваем. Что же мы видим? Мы видим, что сигарета резко, ярко разгорается, когда я затягиваюсь. А дыма нет. Где дым? Дым здесь. Я говорю, замечательно, не любопытно, замечательно то, что вся, вот я слышу по своему состоянию, что вся порция никотина уже поступила. Вот щеки обвисли, уши вроде бы пытаются обвиснуть. Здесь находится наш наноуглеродный сорбент ВСВР. Он забирает из дымов, забирает все наноуглеродные частицы, то есть ту видимую часть, которую мы с вами видим, которая и представляет наибольшую опасность. Эксперименты лабораторные показали, что мало того, он забирает самый опасный канцероген 3,4-бензпирен. А значит, мы снизили риск заболевания раком в 1000 раз.